лапы. Лучший друг собака, а не человек. В этом с недавнего времени уверены шестеро детей Светланы. В дружбе со сверстниками, мягко сказать, разочаровались. Один из сыновей попал под следствие, когда связался с бандой подростков. Как я с ним разговариваю, он говорит, я не задел его, говорит, что я когда, говорит, побежал пнуть его, говорит, я даже не добежал до него, говорит, даже ногой, говорит, не задел. Ну, утверждает, что он задел. А кто утверждает? Ну, вследствие мы были в следственном отделе, они на фотографии, что показывали видео, говорит, тут же вот видно тебя, что. Ну, там получается, когда он замахивается, видео обрывается. И вот в этом доказательство сильно-то, как и нет, но утверждает, что есть. Может так оказаться, что найдут, грубо говоря, козла отпущения в вашем сыне? Не боитесь этого? Боюсь. Эти кадры июньской истории шокировали весь край. Хулиганов, избивших мальчика, который пас козу, быстро нашли и также быстро отпустили, говорит женщина. Привлекли сына Светланы. 3 месяца он проведет в Каменском реабилитационном центре «Лучик». А подростковая банда продолжила шататься по улицам города. Недавно пришла за следующим сыном Светланы. Не надо, говорю, моего ребенка тянуть в свое гнездо, говорю, змеиное. Говорю, одного затянули, говорю, теперь второго тянете. Слово за слово, я на него начала всяко ругаться, кричать, что, говорю, уйди отсюда, на метр не подходи к моей ограде. Он на меня тут начал, потом, ну и, типа, вашему Диме хана будет. Сам Дима всю банду знает, рассказывает, насколько не по-детски жестоко эта детская свора. Они начали до него, как бы, докапываться и избили его за его шнюю прическу, то, что у него большой чуб был. То есть все. Такие причины? Да, вот, ну так просто вымышленные и избивают. А вот стариков за что? Как-то они говорили, почему? Ну, не знаю, просто избивают. Начинают их сигаретку смотреть, что-нибудь такое, начинают толкать его, он начинает, они его избивают. Опасная молодежь ежедневно собиралась напротив дома Светланы и постоянно держала ее семью в страхе. Соседи говорить про горе подростков не захотели, а вот прохожие дети были более открыты. Нам рассказывали, что типа пацана избили, но я все это не знаю. Угу. А что слышала? Ну, что только ему было 13, и там всем пацанам было 14. И что их пацаны избили. А вообще страшно, что такие люди ходят по улице? Ну, наверное. Тебе? Вот та самая лавочка по улице Декабристов, где подростки и собирались своими шумными компаниями. Сегодня она пустует. Здесь уже где-то неделю не появляются подростки. И все благодаря тому, что местная жительница написала заявление в полицию. Уполномоченная по правам ребенка Ольги Казанцевой, как выяснилось, на сегодняшней онлайн-конференции о деятельности местной банды известно. Например, о визите хулиганов к дому Светланы. Правда, не про угрозы. В отношении родителей этих подростков составили административные протоколы, поясняет Казанцева. Но кто из участников банды все-таки несет наказание за свои злодеяния и почему не все? Ответа по-прежнему нет. Один ребенок был помещен в ЦВСНП. Это центр содержания несовершеннолетних преступников сроком на 30 суток. Еще 2 детей судом были привлечены к мере воспитательного воздействия как помещение в закрытое образовательное учреждение. Одна из жительниц Камня, ребенка, которую тоже избила та самая банда, возмущается, что им отказывают в возбуждении уголовного и административного дела. При этом она знает, кого-то из подростков наказали, но того ли? Они нам подкладывают Ивана. Почему мы не знаем, как бы цель их нам не ясна. Я лично задавала этот вопрос и прокурору, и Следственному комитету, и Беляновой. Белянова, значит, мне ответила, что да я их вообще сама не различаю. Я хочу добиться правды. Мне не нужен ребенок, которого вообще там не было. Вы как? Определите, кто действительно бил моего сына. Своего сына Людмила сейчас всячески оберегает, прячет от камеры. Он травмирован и психологически. Вздрагивает при каждом телефонном звонке. И все потому, что органы профилактики не справляются со своей работой, уверена женщина. Кстати, напротив дома Людмилы заброшенное жилье. Там каждый вечер собираются десятки несовершеннолетних. Вот как выглядит прихожая. 3 хаты. Внутри разруха, конечно, полная. Здесь есть еще одна комната, но она закрыта. Подростки по-хозяйски повесили замок. Людмила лично просила генерала, руководителя Следственного комитета края Андрея Хвостова, обратить внимание на то, что в ее городе, по сути, не работает комиссия по делам несовершеннолетних. Дети предоставлены сами себе. На что глава следкома дал распоряжение – заколотить заброшенные дома, куда бесконтрольно стекаются подростки. С момента распоряжения прошло уже 3 недели. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.